Вчера праздник, а уже сегодня рабочие будни. Едва в России отгремел футбольный чемпионат мира, как стартует первенство страны во всех лигах. В том числе и во втором дивизионе, где выступает ульяновская «Волга». Конечно, немножко опустошение есть. Ну что, нужно продолжать этот праздник, стараться для людей. Конечно, мы не обладаем такими фантастическими футболистами во втором дивизионе такого уровня игроков, как было на чемпионате мира. Но тоже по-своему будем стараться. Всего пару дней остается до старта нового сезона первенства России. Главная новость в межсезонье из стана ульяновской «Волги» – не десяток новичков, а возвращение команды на центральный стадион «Труд», где практически завершился второй этап реконструкции. В ходе ремонтных работ полностью заменено футбольное поле. Теперь оно естественное, с системами подогрева и автоматического полива. Травка мягкая, хорошая, приятно очень тренироваться. Синтетика, как, ну, в основном она сжигает все. Ожоги оставляют, а здесь просто приятно падать мягко. Голкипер Константин Баранов в этом сезоне претендует на роль главного стража ворот. Шанс застолбить за собой первый номер он получил после того, как в команде наполовину обновился состав и пришел другой, старший тренер Ринат Аитов. Все эти изменения призваны скрасить неудачи прошлого сезона, когда за последние несколько туров «Волга» со второго места скатилась на итоговое седьмое. Существует такое некое предстартовое волнение у нас сейчас. Хотим реабилитироваться перед своим болельщиком, пользуясь возможностью. Приглашаю вот посетить матч 19 числа, 18:00. Надеемся, мы покажем добротную игру, которая привлечет болельщика. Соперником «Волги» в первом туре станет территориальный сосед клуб «Сызрань-2003». Последние годы поединки между этими командами весьма принципиальны и непредсказуемы. Что будет на этот раз, узнаем в четверг, 19 июля. Начало встречи в 6 вечера. Вход на обновленный стадион «Труд» со стороны улицы Энгельса. Михаил Сашанский, Александр Кудряшов. Новости «Ульяновской правды».